Особое мнение на 101 FM. Добрый день. У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова, а напротив меня депутат Кировской городской думы от «Справедливой России» Михаил Ковязин. Михаил, добрый день. Добрый день. Михаил, ну год начался, если можно так сказать, с громких политических новостей. Да, сейчас все их обсуждают, вплоть до того, что стало известно о возможных грядущих изменениях Конституции, внесении в нее поправок. Предложение озвучил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. А накануне, вот это уже там самая свежая новость, да, был подписан указ о новом составе Кабинета министров страны. Вот как раз эту новость я хочу вас в первую очередь попросить прокомментировать. Прежний кабинет, напомню, 15 января после того самого послания ушел. Сейчас назначен новый. Насколько, на ваш взгляд, серьезные произошли изменения? И вообще, как вы эту смену оцениваете? К чему это ведет, может привести? Для чего это все? Ну, моя точка зрения, с учетом выстроенной вертикали федеральной власти в первую очередь, ну и вообще вертикали, которая выстраивается у нас сейчас в стране, значит, от перемены слагаемых сумма не меняется, поэтому каких-то сильных изменений сейчас я бы не ожидал. Ну, по-другому скажу, там, это вопрос, мне кажется, больше политический, потому что Медведев будет в дальнейшем фигурировать там, тем главным виновником при поднятии пенсионного возраста, там, НДС и прочее. Вот. Но там, мое личное мнение, все равно основную политику и экономическую составляющую там, у нас определяет президент, поэтому состав министра будет ротироваться тем или иным образом, но они будут достаточно не самостоятельны в своих решениях. Все равно в целом стратегические вопросы, там, сколько нам денег выделить на образование, а сколько нам на поддержку там, Сирии, это решает президент, а не правительство. Поэтому я считаю, что я к этому отношусь достаточно ровно, не жду никаких революционных изменений в лучшую сторону для жизни наших граждан. Ну, уточнение первое, правильно ли услышала, что вы считаете, что просто нашли такого человека, на которого можно что-то свалить, сказали, что мы провели работу, его больше нет, да? Вот об этом речь? Ну, я считаю, что да, идет подготовка уже там к новым политическим выборам, поэтому, по сути дела, ну, условно говоря, кто будет премьер-министр, Мишутин или Медведев, там, не они определяют, еще раз говорю, развитие нашей страны. Значит, поэтому, по сути, ну, как бы, безусловно, какие-то изменения на бытовом уровне произойдут, но не кардинально, не стоит ждать, что новая команда придет, будут какие-то изменения в лучшую сторону, это их заслуга. То есть это значит, что президент решил, что вот мы будем двигаться в этом направлении, а это просто рабочий инструмент для того, чтобы это ждать. Поэтому, на самом деле, пока не ситуация там, в том, что у нас в настоящее время там, всенародно выбранный президент, он определяет как внутреннюю, так и внешнюю политику, что бы ни говорили. И я не жду никаких там, изменений, потрясений. Я, честно говоря, даже не особо осматривался в состав министров, там, фамилии новые и так далее, потому что, безусловно, это другие люди, повторюсь, какие-то изменения будут, но как бы в целом как бы, картина будет определяться не ими. Ну вот если о самом составе, да, я посмотрела, и первое, что бросается в глаза, это то, что вот у всего практически социального блока изменены как раз руководители. Я говорю о науке, о просвещении, министр здравоохранения, то есть все они новые, министры культуры, учитывая, что там большинство остальных, они остались на месте. Вот, вот здесь есть, на ваш взгляд, какая-то логика, ну, что почему? Из той же почему логики, что так? И Медведев. То есть вот, следовательно, президент признает, что этот блок достаточно сильно подвергается критике, его нужно заменить, новые фамилии. Какое-то время можно ссылаться, что это было все при предыдущем министерстве, там, предыдущих фамилиях, вот, но кардинально там изменений больших я не вижу. То есть вот для, что нужно для нас? Нам нужны же не фамилии новых министерств, нам нужны новые школы, нам нужны новые садики, нам нужны отсутствие очередей в больницах. То есть я не думаю, что сейчас это все изменится достаточно быстро. Будет ли такая динамика? Ну, здорово. Ну, значит, такое решение, опять же, принял президент, а не министерство. Потому что проблемы, они в социальном блоке достаточно острые. Вот. И там замена, на мой взгляд, это все-таки же в большей степени пока политический момент. Обновить состав и в том числе сказать, да, было плохо, но сейчас новые люди, дайте им время разобраться, там, через год-два
увидеть изменения, чтобы люди еще подождали какое-то время и какую-то волну недовольства сбить. Это мое личное мнение. Ну вот как раз все отмечают, что именно вот в самом послании президента соцблок, там социальные какие-то моменты, они самыми яркими были, да, ну тот же мат-капитал на первенце, да, может быть, вот здесь есть связь, в этом есть связь, новые задачи, новые люди? Ну, мат-капитал на первенце, ну, а я не услышал, там, каким образом произойдет изменение субсидирования там, и вообще финансирования там, новых садиков, школ, каким образом будет произведена поддержка молодых семей и молодых мам в плане трудоустройства. То есть вот на самом деле вот, вещи, которые озвучил президент, и, наверное, действительно, как президент, он обозначает знаковые вещи, но они не, на самом деле для людей, там, чтобы они не услышали, что увеличивается сумма мат-капитала, это не решит всей проблемы. То есть инфраструктура должна быть изменена кардинальным образом, потому что мы сейчас все видим, что даже тот мат-капитал, который сейчас есть, привел к увеличению рождаемости, да, безусловно, не той, которая ожидалась. Но уже сейчас мы видим, что это увеличение рождаемости привело к тому, что очередь в детских садах не снижается, несмотря на активное строительство детских садов. В прошлом году их построили 5, нужно еще несколько детских садов. На очереди эти дети пойдут в школу, и школы не строятся в том должном объеме. Поэтому просто увеличение мат-капитала без кардинального изменения структуры, то есть мы должны сейчас уже начинать говорить о том, что с каким образом Кировская область, город Киров, получит дополнительные финансовые средства, чтобы реализовывать дополнительные поддержки, которые предполагают увеличение мат-капитала. В том числе, повторюсь, там и трудоустройство молодых мам, и социальная какая-то поддержка, потому что это достаточно, ну, важный блок. И я его не увидел, как бы, повторюсь, там, увижу ли я в лице новых министерств там, и новых фамилий. Ну, здорово, если мы это почувствуем, но хотелось бы уже в этом году, а не в 21-м, 22-м или 23-м. Много уже мы в этой студии обсуждали и тот самый мат-капитал на первенца, да, ну, в общем-то, вы высказали еще одну точку зрения, да, и, допустим, называют плюшками многие это, да, то есть это какая-то разовая подачка, если говорить грубо, да, вот об этом говорите и вы, правильно я услышу? Да. Перейдем к местным темам. Разговоры идут о том, что Илья Шульгин, глава город-администрации, скоро уйдет со своего поста. Высказываются варианты того, что он сам может сложить полномочия. И есть вариант, что на ближайшем заседании Думы депутаты собираются выразить главе администрации недоверие. Слышали ли вы что-то об этом? Особенно о том, что депутаты собираются выразить главе администрации недоверие. По обсуждению внутри депутатского корпуса эту информацию я не могу подтвердить, я о ней не слышал. Там в повестке на заседание Думы на 29 января этого вопроса я не увидел. Внутри фракции мы этот вопрос не обсуждали. Вот что я могу сказать, то, что я знаю. Там, этот вопрос я, наверное, не исключаю, потому что я не там, один из 36 депутатов, как бы, но я лично эту информацию там в этом ключе подтвердить не могу. Там будет отставка, там и не будет, и будет ли это обсуждаться на заседании, которое пройдет в следующую среду. Тогда другой вопрос на эту же тему. Если это действительно произойдет, на ваш взгляд, это позитивное событие или не очень? Ну, здесь, опять же, там, знаете, я нахожусь, вот, как бы, когда избрался в сентябре 2018 года, там, за этот период достаточно много увидел изменений и в департаменте муниципальной собственности, и там в дирекции дорожного хозяйства. Приходят люди, уходят, там, и вот всегда происходит ситуация какая там, ну, она, приходят новые люди, там, возможно, не хватает времени или там желания что-то изменить, но кардинальных изменений нет, и есть такая хорошая аргументация всегда, что когда они уходят, что-то не получается, говорят, но эти люди же, да, там были проблемы с вывозом снега в прошлом году, ну вот, но этот человек с нами уже больше не работает. Поэтому дайте время, там все изменится. Проходит время, снова не меняется. Поэтому, возвращаясь, там хорошо это или плохо, вопрос в том, что при этом изменится. То есть условная замена, придет ли новая команда, придет ли с каким-то другим стратегическим видением, потому что, безусловно, там у меня, как лично у меня, у депутата, есть замечания к работе администрации, я их регулярно высказываю и на комиссиях Думы, и заседаниях, поэтому
они, безусловно, есть. То ну есть... Вот до эфира мы успели поговорить о том, что поменять одного человека и скинуть там на него все шишки, это, наверное, неправильно, да? Должна меняться там вся система, все ключевые люди в администрации. Так, согласны вы с этим? Ну, Илья Вячеславович там в свое время был обсужден, согласован с кандидатами, работал до этого в правительстве, поэтому, по сути дела, замена там, он уйдет, придет снова человек от губернатора, то есть, по сути дела, это политический момент, то есть не практический. Если придет совершенно другая команда, изменятся подходы как бы к работе, вот тогда, наверное, будут достаточно серьезные изменения, потому что там у меня лично, повторюсь, там, там основные претензии к работе, к администрации в целом, я сейчас говорю, безусловно, есть отличные люди, я сейчас говорю в целом, это, безусловно, достаточно много переписки, ненужные затягивания вопросов. Я об этом регулярно говорю, когда на мои запросы отвечают снова вопросами, я вынужден снова писать, и это вот такое ненужное время, такое ощущение, что просто тянут время. Это отсутствие каких-то системных изменений, когда, безусловно, нужно делать выводы и каким-то образом решать, но мы все время натыкаемся на какие-то там препоны и ямы. Вот если, наверное, новая если изменение команды, то тогда как бы, да, здорово. Там, я еще раз говорю, вопрос смены там Илья Вячеславовича, это вопрос в целом депутатского корпуса. Я уже говорил свою оценку, что я точно не оцениваю его работу, его администрации там на хорошо. Там в свое время мы год назад говорили, что это там оценка на удовлетворительно, с минусом, там с достаточно большим, потому что каких-то существенных изменений кардинальных по внешнему виду города, по там, каким-то бюджетным составляющим, я правда не вижу. Там. Мы сейчас должны уйти на небольшой перерыв и продолжим тему. Особое мнение на 101 FM. Продолжается наша программа. Напротив меня сегодня депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. И мы продолжаем разговор о том, что идут слухи в городе о смене главы администрации. Я хочу спросить вот что, Михаил, зацепившись за предыдущие ваши слова, вы говорите, что перемены должны быть кардинальными, если просто придет новый человек, назначенный там кем-то, да, выдвинутый кем-то, это ничего не изменит. Я хочу спросить, какую роль в этом депутаты играют, могут ли они на что-то повлиять, и я так понимаю, что могут, почему тогда не влияют? Ну, по процедуре у нас, безусловно, этот согласование главы администрации проходит через голосование депутатского корпуса. Вот. Я не участвовал тогда, еще не был депутатом, когда происходило назначение Илья Вячеславовича Шульгина. То есть, ну, вот как бы первый вариант – это, безусловно, там назначение, обсуждение при этом и так далее. То есть, вот. Поэтому это влияние, безусловно, есть. Второй фактор – это, безусловно, обратно там обсуждение тех моментов, которые сейчас не устраивают. Эта работа происходит регулярно. Вот, и в прошлом году, и вот уже даже на этих комиссиях мы, безусловно, регулярно обсуждаем вопросы, когда депутаты высказываются свои точку зрения на те или иные хозяйственные процессы, которые их не устраивают. Поэтому влияние, безусловно, есть, и я ни в коей мере не говорю, что вот это не наше там дело, мы никак не можем влиять. Вот, это так. Я сейчас говорил о том, что, наверное, если там не секрет, не секрет, что в большинстве там у нас в городской думе партия там правящая партия, значит, и на 99% решение за ними. То есть, если будет произведена смена, то, к сожалению, для оппозиционных партий там от их мнения вот именно по этому вопросу мало что там зависит, наверное. Вот. И это, безусловно, там не очень хорошо. То есть, ну, должна быть какая-то система противовесов. Но, опять же, есть влияние такое точечное, потому что это не значит, что мы остаемся в стороне. Там я лично всегда, повторюсь еще раз, говорю, пытаюсь решить вопросы своего, в первую очередь, округа, потом уже города, для того, чтобы там улучшить жизнь
простых людей, которым на самом деле, по-честному, все равно, как будет, какая фамилия будет у нашего сити-менеджера, все равно, какая фамилия у нашего премьер-министра. Если вода в доме будет горячее, на улице чище, то значит, изменения есть. Если это не происходит, ну, по сути дела, даже иногда они не особо задумываются, там, кто и что, значит, жизнь становится хуже. Вот я про это, поэтому я вижу здесь свою задачу. Это именно в таком, в практическом исполнении каких-то сугубо практичных задач. Вот, я все-таки считаю, там, депутатский корпус, в отличие от ЗАГС-собрания, на 90% решает такие хозяйственно-практические вопросы. Здесь вот в этом наша задача. И в том числе добиваться, чтобы сотрудники администрации, там, других органов работали в первую очередь там, для решения задач простого населения, а не просто там, ради бумажки, что вот нужно сделать так, потому что так делают все, красиво, весело и так далее. Вот, наверное, в таком ключе, наверное, дам свою точку зрения, свое особое мнение. Еще вот тоже, если о моем-то, может быть, наблюдении, и не только моем, а вообще хочу попросить вашего комментария. Вот смотришь, и, может быть, не только о Шульгине говорить, но он довольно яркий пример, когда приходит новый человек, много новых идей, каких-то, не знаю, интересных фразочек, за которые все журналисты цепляются. Он активен, он там много говорит, он комментирует все проблемы, он ищет их решения. И как-то вот так вот все заметно, заметнее и заметнее люди затухают, проработав там год, два, три. Вот здесь проблема в чем? Если, я не знаю, стоит ли тут говорить о личном выгорании, или стоит говорить о том, что ну вот какие-то постоянно непонятные стены, которые нужно пробивать головой, и когда ничего ты не можешь решить, ты ничего не можешь сделать, опускаются руки. О чем речь? Здесь. Я не знаю, я не был никогда работником администрации, у меня нет там знакомых достаточно тесных, чтобы они могли поделиться этой информацией. То есть я не знаю, как выстроена система, действительно людям не дают развиться или так просто всегда было. Просто я сейчас говорю со своей точки зрения, я не вижу там за 2019 год, там, я там не увидел каких-то кардинальных изменений, повторюсь, кардинальных изменений там, в жизни города. Безусловно. Повторюсь еще раз, садики строятся, дороги делаются. Хотелось бы просто сделать качественный скачок, качественные изменения, которые вот как бы, чтобы все увидели, сказали, да, стало лучше. Потому что если в этом году снег снова бы город засыпал, я боюсь, что картина сильно бы не изменилась. Это мое предположение. Там, в этом году нам повезло, но опять же мы увидели обратную сторону медали, мы увидели лужи на остановках, как океан, мы увидели тротуары, по которым невозможно ходить. Да, погодные условия не в нашу пользу. Но, повторюсь, там, это значит, что из ситуации прошлого года каких-то кардинальных системных выводов о том, как перестроить городское хозяйство, чтобы она работала как часы, ну, это, ну, сильных изменений я не увидел. Не произошло. Повторюсь, там, я там, как житель этого города Кирова, изменений я не увидел. От чего это зависит? Кто никому не дает работать? Тут я не могу прокомментировать. Повторюсь, там, у меня нет такой инсайдерской информации. На другую тему хочу перейти, но здесь, наверное, тоже речь о неких наблюдениях, и опять же многих, да, возможно, всех жителей нашей страны. Речь о трагедии в Перми, ну, за нее это просто зацепка, да, это очередная трагедия в череде многих, которые там в последнее время происходят. Т-плюс собирается после того, как в Перми, напомню, там погибли 5 человек, да, после того, как прорвало теплотрассу в одной из гостиниц. Т-плюс собирается проверять подвалы. Ну и не только Т-плюс, я думаю, что и управляющие компании сейчас за это взялись. Ну, по крайней мере, в моем доме сегодня утром подвал проверяли. Не знаю, связано это с этим как-то или нет. И вот начинаем перечислять. После трагедии в Кемерово проверяют торговые центры, после трагедии в Хабаровске с детским лагерем проверяют детские лагеря. Вопрос у меня вот о чем. Почему каждый раз одно и то же, что-то происходит, начинаются проверки в одном конкретном месте? И так все время. Вот здесь речь о том, что нельзя какую-то нормальную работу отладить или... На самом деле это хорошо, когда вот мы... То есть у нас и работа вроде бы идет, но в то же время мы там каких-то частных случаев избегаем дополнительными проверками. Вот здесь о чем речь? Ну, если это с точки зрения управления, вот эта ситуация, она на самом деле не говорит о том, что система не работает. Вот когда у нас
происходят такие случаи, мы начинаем проверки, вот, и они же потом что-то выявляют, но как-то системных изменений, на мой взгляд, первое, система уже есть, то есть не должно быть этой аварии, вообще не должно быть. То, что произошло, это частный случай, это нонсенс, это неприятность, соболезнуем, безусловно, всем пострадавшим, но, на мой взгляд, система ужесточения проверок без того, чтобы просто системно этот вопрос решить, ничего не дает. Я в качестве примера, более простой пример, там на улице Дзержинского в прошлом году поставили знаки о запрете парковки в ночное время. Сделано это было благо, потому что постоянно улица Дзержинского одна из улиц, где большегрузы оставляют машины на ночь, и из четырехполосной стоит двухполосная. Что произойдет дальше? Как только повесили знаки, буквально через какое-то время в рамках закона, значит, сотрудники ГИБДД, там, очевидно, там, возможно, с какими-то другими подразделениями там, городского хозяйства, там еще что-то, стали эвакуировать машины, выписывать штрафы и так далее. Машин стало меньше. Вот вместо того, чтобы это делать системно, то есть выявлять нарушителей, повторюсь, не в течение только зимы, не в течение одного дня, а я хочу сказать, что за год после этого ничего не было сделано. Через какое-то время машины снова вернулись на эти места. Я сейчас говорю в первую очередь про большие грузы, которые оставляют... Несмотря на то, что знаки стоят. Несмотря на то, что знаки. Но нет системы, ведь знаки не убрали. Системы нет. Сейчас мы в итоге что дождемся? Сейчас очередная ситуация, в том числе, возможно, после нашего эфира, их снова оштрафуют, но нет системы, это проблема как бы в управлении в целом, я говорю, и в городах, и в стране, потому что если висят знаки, если есть такое положение, значит, системно работать с этим вопросом. И тогда люди поймут, что здесь штрафовать, парковаться нельзя, получают штрафы. Потому что а частный случай, который сейчас произойдет, там, говорю, или вот там, по нашей улице Дзержинского, к сожалению, там, да, то есть эта штука не работает. Но ведь все для этого есть. Поэтому и в Перми трагедия, ведь они не придумали ничего нового. Есть система проверок, есть система, значит, в том числе контроля за там, хостелами, которые есть, есть система обслуживания коммуникаций. Все это есть. Почему это не выполняется? Это частный случай. И сейчас система проверок, опять же, выявит какие-то частные нарушения, но нужно и менять саму систему управления, чтобы это было регулярно. То есть я не думаю, что сейчас, там, если мы пойдем по торговым центрам, мы не найдем ни одного нарушения. Потому что забыли, тема ушла, и потихонечку снова начинает, не дай бог, еще коррупционная составляющая, когда снова начинается система нарушения. К сожалению, почему так происходит? Ну, в том числе от какой-то, может быть, безнаказанности и так далее. Я просто привел более конкретным, привел, там, что касается нашего города. Таких случаев очень много. Там, когда нету какой-то четкой системности, все уже, законодательная база на 90% есть. Вы просто ее выполняете, но не разово, не потому что так нужно, не потому что кто-то написал злом кировчанине, что вот опять паркуются машины, снег невозможно убрать. Делайте это регулярно, и тогда все будет работать лучше. Сходим сейчас на рекламный перерыв, чтобы начать после него еще одну горячую тему повышения стоимости проезда в нашем городе. Особое мнение на 101 FM. Продолжается наша программа. У микрофона работает сегодня Мария Кожевникова, а напротив меня депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Ну, Михаил уже анонсировал до перерыва, что теперь мы с вами поговорим о возможном повышении стоимости проезда до 26 рублей. Почему до 26? Да, потому что в понедельник была названа максимально возможная цифра, утвердила ее РСТ. Uh-huh. О том, что повышение уже точно будет, нам тоже сказали. Вот. Но пока, может быть, не совсем ясно, до какой цифры. Да? Если говорить о 26 рублях, ну, это же резко. На 4 рубля. Все понятно, не поднимали уже 3 года, да? Ну, в раз 4 рубля большинству кировчан это кажется, ну, серьезным повышением. И вот здесь у меня вопрос такой, может быть, со стороны власти, насколько верное это решение, скажется ли это как-то на имидже, может быть, как-то по-другому нужно действовать, не знаю, повышать каждый год, но понемножку. Почему так? Я не буду повторять, наверное, что написано в средствах массовой информации. Я расскажу со своей стороны, как я это вижу. На самом деле здесь очень много темных пятен, лукавства и, опять же, обмана населения. В декабре 2019 года, месяц назад, прошли торги и проторговалась новая маршрутная сеть на весь 2019 год до 31 декабря. На мой вопрос,
конкретный вопрос, там, в том числе тем службам, которые организовали торги. Какая сумма проезда была указана в результате торгов? Последовал четкий ответ – 22 рубля. Поэтому сейчас мне непонятна позиция перевозчиков, первое. Потому что если вы вошли в контракт на 22 рубля, теперь говорить о том, что вам этих денег не хватает, не надо было заявляться на торги. Тогда проблема была, выглядела совершенно по-другому. Потому что сейчас есть лукавство с их стороны. Возможно, есть, не боюсь это слово, какое-то там инсайдерской информации и попустительство, и сговор с РСТ, потому что если сейчас они говорят РСТ о том, что да, мы видим, что нужно было повышать, эту информацию нужно было озвучить, обсуждать в 2019 году. Повторюсь еще раз, чтобы не уходить в далекие дебри, проторговала сеть на условии 22 рублей на 2019 год. Точка. Поэтому мое личное мнение, ни о каком повышении речи не будет. Как, и это вопрос, опять же, про системность. Иначе мы каждый раз будем вводить людей в заблуждение, делать торги на одну сумму, а потом выясняется, что была какая-то внутренняя договоренность. Всем на ушко шепнули, что вы участвуете в торгах, будет не до 22, а будет 26. И это обман. Обман, в первую очередь, жителей. Хорошо, тогда наверное, если со стороны перевозчиков еще просто задам. Недавно они у нас были в студии. Они говорят, что даже 26 рублей, они вообще 35 просили, они говорят, что даже 26 – это для них только выживание. На развитие денег нет. Не участвуйте в торгах. Вот вы ко мне пришли делать ремонт, и вы говорите, что вот это стоить будет 1000 рублей. Потом ремонт начали делать, и говорите, нет, вы знаете, это будет 1500 рублей. Я вам говорю, что или 1000 рублей, или нет. Вот я в этой точке зрения, я сейчас не говорю, что они там, их экономика другая. Вы зачем участвовали в торгах на 22 рубля? У нас бы нашелся кто-то другой, кто бы нас стал возить. Это второй вопрос. Возить. Тогда давайте мы этот вопрос бы стали по-другому рассматривать. Если ты заявился на эти торги, 22 рубля. Если перевозчики пускай скажут, сказал им кто-то до этого, повторюсь, кулуарно, вы проторгуетесь на 22, а мы вам поднимем. Тогда вот ситуация будет другая, и будет заниматься прокуратура и другие органы. Если вы заявились на 22 рубля, так вы заявились на 22 рубля. И искать виновных в городской думе, что там не выделили бюджет и так далее. Все это было известно уже. Бюджет был известен к тому времени. Поэтому здесь это такое лукавство. Повторюсь, я сейчас не обсуждаю, насколько это целесообразно, но это вопрос договорных отношений. Вошел в договорные отношения, ну не надо было входить. Не было бы никого, наверное, ситуация тогда в декабре месяце была бы выглядела совершенно бы по-другому, что тогда бы сказали, да, ни один перевозчик не заявляется на работу за 22 рубля. Но все заявились, и всем мы депутатам отрапортовали, что сеть отторгована, все вошли, все проблем нет, маршруты ходят. Ну, смотрите, тогда, да, вы говорите о том, что сейчас речь о неком обмане. Я просто напомню, что контракт только на год, да? Только на год. То есть я вот правильно вас услышала, что сейчас в феврале повышать цену там морально не имеют права, потому что это будет обманом, но тогда в конце года об этом говорить, может быть, было бы целесообразно. Да, то есть надо было тогда этот вопрос поднимать и осенью 2019 года, и в декабре 2019, и в ноябре. Повторюсь, такие разговоры, безусловно, нашли, но вопрос, почему они поднялись сейчас, после того, как... Я не знаю всех историй. Ну, то есть тогда его не подняли, теперь поднимать его есть смысл только в конце года. Это моя точка зрения, да, как гражданина, как жителя города Кирова и как депутата. И лично моя точка зрения, я считаю, что сейчас это выглядит совершенно по-другому, некрасиво, там, как минимум, и, безусловно, лукавство в этом есть. И я еще раз повторюсь пример. Если вы заключили договор... Как бы, возможно, он предполагает поднятие цены, и там прямо прописано, что вы заключили с нами на весь 2019 год, но есть приписка, что цены вам будут пересмотрены при этом. Вот это тогда, я понимаю, есть. Я не видел подробную конкурсную документацию, я говорю, как я вижу ее со стороны. Со стороны я вижу, то есть, ну, что мы вошли в контракт при условии одной цены, и вчера на комиссии об этом было озвучено, я специально задал вопрос, на каких ценах происходили торги. Мне сказали, на 22 рубля. Все, 22 рубля. Ну, сейчас 26, вот мы с вами, да. 40, 50, сейчас идет речь. Мы говорим вот о конкретных контрактах, а если вообще говорить о целесообразности повышения цены на проезд? Вот, ну, в этом случае. Цены повышают, исходя из двух составляющих. Там, это, безусловно, нужно смотреть экономику, то есть насколько изменились цены, потому что, безусловно, там
Вопрос ведь в том, что перевозчики не имеют возможности ездить за 22 рубля. Тогда, ну, я это пока не увидел. Это только слова. Еще раз говорю, все выходят на маршруты, все ездят. Повторюсь, для меня было, я бы ожидал, что в декабре торги не состоятся. Потому что если эти разговоры шли очень долго, то, возможно, если бы они не состоялись, ситуация, повторюсь, была бы честная, неприятная, но честная. Когда 1 января в городе не вышел бы ни один автобус, ни один бы транспорт. Я сам активно пользуюсь общественным транспортом, уверяю вас. Я бы тоже был бы среди пострадавших, и там мы бы все бы ругались и так далее. Но ситуация выглядела бы по меньшей мере честно. Сейчас она выглядит следующим образом. То есть жители поставлены перед фактом, то есть будут какие-то цены, на это повлиять не могут. Надо ли поднимать каждый день эти цены или нет, это вообще вопрос второй, потому что там можно много что рассуждать, но там приводить примеры других городов, но повышение на 4 рубля это очень существенное повышение, как бы, да, которое точно не в радость. Там. Если его примут, ну, еще раз говорю, там по законным обстоятельствам, наверное, имеют право. Я сейчас высказал свою точку зрения, как я ее вижу в преддверии, повторюсь, прошедших торгов, которые были. Угу. К другой теме перейдем. Вчера прошли две комиссии Гордумы, заседание двух комиссий. С них, может быть, я не знаю, успеем, может быть, парочку даже тем обсудить. Одна из них — это заявление как раз главы администрации Ильи Шульгина о том, что в городе собираются создавать муниципальную управляющую компанию. Происходит это на фоне двух банкротящихся, ну, одна только вступает в банкротство, другая уже банкротится, двух других муниципальных управляющих компаний. Вопрос мой такой. Создание новой – это реальное спасение для тех людей, которые обслуживаются в банкротах, или это создание очередного «Титаника»? Если ничего не изменить, я считаю, что это создание очередного «Титаника», хотя в то же время это за счет того, что долги накоплены большие, сейчас с этим будут достаточно долго разбираться, нам не хватит эфира, то есть в текущей деятельности это пойдет жителям во благо, хотя систему не изменит. Ну, очень же простой вопрос, ведь почему сейчас запущена процедура банкротства, там, и сейчас обсуждают новую управляющую компанию, потому что на старые долги, безусловно, нужно разбираться с точки неуправления, но логика, опять же, на простом примере. Вот если спуститься вниз, значит, что происходит в жизни? Там, по сути дела, любой дом по закону может выбрать любую другую управляющую компанию, находясь сейчас в муниципальной компании. К сожалению, ситуация следующая, что если убрать там, что дому ничего не нужно, но дому интересно, повторюсь, на примере своего округа, своих домов, с кем я общаюсь, люди переходят в коммерческие управляющие компании, переходят, так как значит, фонд достаточно старый в этих управляющих, ну, как вот правило. Про ЦКС говорят. Да, если там, вот ЦКС, это старый дом. Ну, что дома, было, как пример? Значит, это двухэтажные желтые дома, построенные в 50-е годы, шлакоблочные в том числе и так далее. Они переходят в коммерческие компании с повышением тарифа. Не двукратным, безусловно, с повышением тарифа и дома сразу становятся привлекательнее, лучше и так далее. Поэтому на самом деле это говорит о том, что ситуация могла быть разрешиться. Да, в том числе непопулярными методами. Дело в том, что, как правило, все эти дома, да не как правило, а я, пожалуй, не знаю, там в своем округе ни одного дома, эти дома сидят на муниципальном тарифе. И этот муниципальный тариф для этих домов таков, что даже при эффективном управлении он не позволяет им развиваться. Что нужно сделать? Опять же, или кардинально поменять систему управления этим домом, что я не вижу, что в больших управляющих компаниях это получается. Они просто теряют внимание к деталям, когда у тебя 500-600 домов, ты не можешь эффективно управлять каждым домом. Или тогда увеличивать тариф, что точно не популярная мера, и тогда у тебя появятся деньги, ну, если мы сейчас говорим без учета там каких-то схем, которые в том числе сейчас рассматриваются в этих управляющих компаниях, потому что убыток, когда в течение года увеличится там кратно, ну, наверное, что-то не так. Поэтому здесь эти дома, безусловно, ситуация есть, аварийные дома и так далее. Я сейчас говорю про обычный типовой дом. У них всегда есть выбор. И всегда я жильцам говорю, да, вы можете находиться в ЦКСе задешево,
но при этом есть проблемы, которые вы сейчас увидите, вы можете перейти как в соседний дом, в другую управляющую компанию. У вас тариф увеличится там на 2, возможно, на 3 рубля или на какую-то другую сумму, как вы обсудите снова управляющей компанией. И в отличие там от рынка перевозок, это рынок достаточно, он двусторонний. То есть и здесь как бы есть варианты выхода, но они, я говорю, системно не, может быть, так популярны. Поэтому просто перейти в новую управляющую компанию, оставив долги в старой, не изменив ничего, не изменив подходы к тарифам, не изменив подходы к управлению, повторюсь, там новая управляющая компания получит в управлении, если говорить про текущий режим, более 1000 домов. Это почти 25% всего фонда многоквартирных домов. Не изменив систему управления, там, не сделав ее более прозрачной, более гибкой, более эффективной, через какое-то время мы снова получим, как бы, я лично, как председатель совета дома, не верю в крупные управляющие компании, которые управляют там массами домов. Они, как показывает практика, неэффективны, потому что они не рыночны. Вот, они не могут позволить как бы управлять домом более эффективно. Это моя точка зрения. Там, я считаю, что каждый дом уникален, и лучше выбирать небольшие управляющие компании или вообще управлять домом через ТСЖ. По поводу одной из банкротящихся компаний, за это зацеплюсь, и дальше опять хочу о ситуации в общем задать вопрос. Управляющая компания Ленинского района, и вот депутаты как раз подняли вопрос о том, что несмотря на то, что компания в предбанкротном состоянии, в прошлом году начальству выплачивались премии. Все вот как прописано по трудовым договорам, так они и выплачивались. Но, казалось бы, должны они выплачиваться в случае, когда компания работает с прибылью, как задал вопрос депутат Денис Ерохин. За что премия? Это за доведение до банкротства? В ГДМС прошла проверка, найдено много нарушений. Одно из них там, ну, тоже грубо, да, пример привожу. Начальство каталось по своим делам на служебной «Тойоте». И к чему веду? Что происходит? Это нормальная практика? Может быть, у нас в каждом предприятии так? Или это какие-то частные случаи? Ну, я не знаю. Так не должно быть. Вот представьте, если предприятия были бы не муниципальные, а коммерческие, тогда владелец бы, ну, совершенно по-другому смотрел бы на ситуацию. Он бы этого первого не допустил. То есть ни один нормальный владелец не будет выплачивать дивиденды, если предприятие находится в предбанкротном состоянии. Еще раз говорю, номинально там премия звучала за интенсивность как-то там труда, что-то такое, да. Там. Вот. Она юридически даже, наверное, имела место быть, но с точки зрения логики этого нет. То же самое касается с ГДМС. Значит, ни один нормальный хозяин не позволит своим работникам, а хозяин в данном случае население, через доверенное лицо в лице там администрации не позволит этому сделать, потому что, по сути дела, катались за наши деньги. Почему вот тогда эти вещи происходят? Отсутствие контроля, отсутствие должной системности в этой работе, в том числе мера наказания, она достаточно условна, поэтому я сейчас не призываю там вернуться к жестким годам, но попустительство, которое сейчас происходит, это, говорю, оно не системное вообще в целом. То есть я не думаю, что в других городах картина один в один. У них какие-то есть свои проблемы, у нас свои. Но это точно не решение на уровне президента, это сами мы можем решить. Для этого нужно проявить управленческую волю и понять все-таки же, кто является собственником этого хозяйства, в чьих интересах должен быть выступать как бы руководитель и работодатель там. Заканчивается время нашей программы. Хочу поблагодарить депутата Кировской городской думы Михаила Ковязина. Михаил, спасибо, доброго дня вам и всем слушателям. Спасибо, всего доброго. Особое мнение на 101 FM.